As I was saying, как я говорил, only the filling of the Spirit is mentioned here. Только наполнение духа, духа тут, в этом месте. As we look at Scripture, this event obviously includes other parts of the ministries of the Holy Spirit. Но когда мы смотрим на это место Писания, оно тоже вносит с собой другие части служения. One of the most important is the indwelling or the habitation of the Spirit now inside. Самое главное, которое тут происходит, это тот момент, когда Дух Святой вселяется в человека, живет в человеке. До сегодняшнего дня, по Писанию. According to John 14, 17. И мы можем это увидеть, когда мы читаем от Иоанна 14 глава, 12 стих. The ministry of spirit baptism, служение крещения Духа, which was spoken of in Acts 1:5, которое говорится в Деянии 1 глава 5 стих. But also we'll be looking at it again when we get to Acts 11. И мы опять это увидим в 11 главе Деяний. 15-16. С 15 по 16 стих. Okay. All this все это is a fulfillment of the promise of Yeshua. Это исполнение пророчества, которое давал Иешуа. Made in John 16. Которое было сказано 16 глава Иоанна. Verses 7-15. 7 по 15 стих. And the result was и результат был, that they begin to speak in other languages. Что они начнут говорить на иных языках. The word tongues, which is very often translated as tongues, слово языки, которое всегда одно переводится как другие языки, means they began to speak in a language other than their own native language. Это означает, что они начали говорить на языках, на другом языке, то, что не является ихним родным языком. It was a real, known, spoken language. Это был настоящий язык, который люди говорили. With all the rules of grammar. Со всеми законами грамматики, диктации, синтаксис, которые были использованы во всех языках. То бишь, языки, на которых они говорили, это были настоящие языки, которые они нормально могли общаться с другими людьми. Okay. The source of this gift. Источник этого дара is as the Spirit enabled them. Okay, can you explain? Yeah, okay. I'll translate, they won't understand. Yeah, okay. What it means here is that it was the Spirit that gave them the accomplishment or the possibility to speak. Источник был Дух Святой, который дал им возможность говорить на других языках. It wasn't something that they created themselves. Это не то, что они сами создали или сами начали придумывать. It's because the Spirit makes you do that in a sense. Это происходит только в том случае, потому что Дух Святой тебя заставляет. Although we still retain control. Но при всем этом у нас мы дальше держим контроль. Мы имеем контроль над всем этим. We can start and we can stop. Мы можем начать, и мы можем остановиться. Yeah. But it has to be not something that we create in our own mind. It should be something that the Spirit really gives to us. Чтобы вы понимали, это не то, что мы должны создать или придумать в своем мозгу. Это мы должны открыться для того, чтобы Дух Святой был источником, который может дать нам, чтобы мы могли начать. Okay, we see from this text, мы видим с этого текста, that at that particular point, в тот практический момент, the apostles would have then gone out into the public area. Апостолы пошли в публичные места, то бишь вышли на улицу. And because the Spirit was so powerfully on them, they continued to speak in those languages. Из-за того, что Дух Святой был настолько присутствие Духа было настолько на них, они до сих пор говорили на других языках. And the languages were those of the Jews who had come to Jerusalem to celebrate the feast. И языки были те, на которых другие евреи говорили, которые приехали из других стран на Шавуот, на праздник. It's not clear from scripture where that outside was.
Не написано в Писании, откуда были эти люди. It could have been that they went to the temple compound. Может быть, это были люди, которые были во дворе. Может, они, вот, на самом деле, может, эти Петр и все остальные пошли во дворы храма. The only thing we know for certain is that it was somewhere outside of the house which they'd have been in. Но мы точно знаем, что это на улице это было за пределами дома, где они были. And it would have also been an area which would accommodate a vast amount of people. И это было бы место, где было бы очень много людей. Okay, because it talks about when you go on, it talks about several thousand people. И когда ты читаешь, там идет речь о несколько тысяч людей. Such a number of people would not have fitted into that upper room, I think. И которые мы можем понять, что некоторые люди бы могли бы быть в той комнате. So, what is the conclusion here? Какой тут вывод? On this occasion, в этот момент, there was a new ministry of the Holy Spirit. Было новое служение Духа Святого. Okay, it was a change from what they'd experienced in the Tanakh, in the period of the Tanakh. Это было совсем другое, что чем было в Танахе. Это было другое как бы проявление. From the time of creation up until со времен Иешуа. Со времен сотворения мира до времени Иешуа. Okay, this ministry служение, of the Holy Spirit in turn gave birth to a new entity. Это служение Духа Святого дал начало новой новой эры, считайте. Yeah, what we call the church. Это было начало для что-то новое, что мы называем церковью. The terminology I prefer is the community of believers. И то, что я люблю использовать в этом случае, это общество верующих. The body of Messiah. Тело Христа. Okay, now we move on to the significance of Shavuot or Pentecost as it's known. Теперь мы перейдем к значению, особое значение День Пятидесятницы или Шавуота. And we can summarize this in 9 different parts. И мы можем это все суммировать в 9 разных. Okay. В разных степенях. Firstly, первое, it marked the coming of the Holy Spirit for a new type of ministry. Это было маркой, это было как бы начало. Это как бы было. Okay. It was a mark. Firstly, it marked the coming of the Holy Spirit for a new type of ministry. Это была отметка того, что пришел Дух Святой для того, чтобы начать новое служение в мире. A new covenant ministry in keeping with John 16. Новое служение в Завете к тому, что говорил от Иоанна 3:16. Okay. Secondly. Второе. The coming of the Holy Spirit was marked by 3 signs. Okay. They're trying to write it down. It's okay. A little bit fast. Первое это была отметка новое служение Духа Святого, которая является проявлением пророчества Иоанна 3:16. What was it? 3:16? John 16. Простите. Иоанна 16. Sorry. Most well-known text in history. Oh, man. John 3:16, yeah. Okay. No, it's John 16, verses 7-15. Иоанна 16, 7-15 стих. Okay. Okay, the second part. Второе. The coming of the Holy Spirit was marked by 3 signs. Был отмечен тремя вещами. Acts chapter 2. Деяния 2 глава. Verses 1-4. С 1 по 4 стих. The sound of wind. Звук ветра. The appearance of fire. Проявление огня. And the gift of languages. И дар языков. Okay, I use that word instead of tongues. Okay. Я люблю это говорить. Well, it's the same in our language. Yeah, well, there's discussion over that in the English language. I know. Okay, so those were the 3 things. You got there? Yep. Thirdly, третье. Shavuot means the giving of the gift of the Holy Spirit. Shavuot означает дар, дара
дар Духа Святого как дар. How do you explain it? The giving of the giving. The giving of the gift, yeah. Это дар, дар Духа Святого. Okay. Это как вам сказать? Это то, что это Дух Святой нам подарил дар. Вот так четко сказать. В этот день Дух Святой. Да, нет, именно того дара. Yeah, the giving of the gift, because you can have a gift, yeah. And it can remain just there. Это подарок дара Духа Святого. Вот. Yeah, but it has to be given. So, okay. Вы поняли смысл, да? Okay. Да, то есть, да, это просто забыл. Это подарок дара Духа Святого. And this is the gift. И это дар, that was spoken of, которое было предсказано. In John 14. Это Иоанна 14 глава. Verse 16. 16 стих. Okay. Okay. Before this time. До этого времени. The Holy Spirit did, or the Ruach HaKodesh did, indwell some believers. До этого времени Руах Акодеш, то бишь Дух Святой, присутствовал или был с некоторыми верующими христианами. In the Tanakh we find descriptions of those who were filled or indwelt by the Spirit. В Танахе, в Старом Завете, мы видим некоторых людей, с которыми Дух Святой или был рядом, или присутствовал. Okay. Like who? David, yes, you could say David, but you could say Samson, Samuel. Как Самсона или Самуила. Yeah. Okay. Мы видим, что Дух Святой направлял, присутствовал. Yeah. Those are a couple of examples, but это некоторые примеры. There is a difference which would need to be explained concerning. Там есть разница, которую нужно будет объяснить вам. But as this is not part of what we're trying to do today, это не часть того, что мы пытаемся сегодня делать, поэтому мы это проведем. Okay. Okay. He did not indwell all believers. Он не присутствовал со всеми верующими. Okay. A few did experience this indwelling. Некоторые почувствовали присутствие. But it was also not necessarily permanent. Но на самом деле не факт, что она была постоянной. Okay. But now, но сейчас, the Holy Spirit can indwell all believers. Сейчас Дух Святой может быть присутствовать с каждыми верующими. And the indwelling is permanent. И присутствие его постоянное. Okay, the scripture tells us we can grieve the Holy Spirit. Писание пишет, что мы можем огорчить, разочаровать Дух Святого. And we need to be careful of that. И что нам нужно быть осторожны. But as far as I can see from scripture, it is a if you remain a believer, it's a permanent. Но я вижу в Библии и по Писаниям, что если ты приглашаешь Духа Святого, если ты крещенным, и то Дух Святой с тобой постоянно. Mm-hmm. Okay. The fourth thing that we see. Четвертое, что мы видим тут. It means that the power of the Holy Spirit. Это означает, что сила Духа Святого. Is now provided for each one of us to complete the commission that God gives to us. Дана нам для того, чтобы мы могли сделать призвание Бога в нашей жизни. Okay, the example that we gave earlier was Acts 1:8, the power to be a witness. И призвание — это сила, чтобы мы были свидетелями. Это первая глава Деяния. As you continue through the Acts of Apostles, you will see that further powers were given, as you, if you like. Как вы видите, дальше по Деяниям силы были распределены и силы были даны, различные. Okay, the fifth thing that we find here. Okay, one minute. Okay. Are we keeping up? Да, призвание, а призвание то, чтобы мы должны быть свидетелями. Да, призвание быть свидетелями. Но дары, дары мы видим, что они будут дальше. Бог будет давать силы, дары, даже по Писанию. Но это основа, это Деяниям, первая глава, где написано, что Бог нам дал силы, чтобы мы были свидетелями. Все. Okay. Пятое. Fifth significant thing that happened here at Shavuot.
Очень такое знаменательная вещь, что произошло во время Шавуота или День Пятидесятницы. Is that it marked the beginning of the community of believers. Что-то было началом общества верующих в, в тело Христово. The birth of that. Это пятое, да. Yeah? Это было рождение. Okay. One minute, let's go. Good stuff. Это было рождение, как бы общины. Тело Мессии. Это общины людей, тело, которые верили в Христа, то есть Иешуа как Хамашеха. Okay. It marks the beginning of what is commonly known as a church, but which I prefer to use. Это было начало того, что мы называем церковью, но я люблю говорить, что это общество верующих, которые верят, общество верующих в тело Христа. This is obvious. Это понятно. If we compare certain scriptures. Если мы возьмем в придачу некоторые стихи. Okay, Colossians. Колоссянам. One. Первая глава. Verse 18. 18 стих. This teaches that the church or the церковь или общество is the body of Messiah. Есть тело Христа. Okay. Okay. 1 Corinthians 12. 1 Коринфянам 12 глава. 13. 13 стих. States that the entrance into this body. Говорит, что вход в это общество is by means of spirit baptism. Is it need? Is by means of, is accomplished by это сделано spirit baptism. Она приносит с собой крещение духа. Okay. Все поняли? Да, посредством крещения. Okay. Коринфянам 12, what was it? Corinthians 12. 1 Corinthians 12, 13. 13 стих. Okay. This I would expect a question on this one, but we'll see whether it comes. Если у вас есть вопросы, I'm going to tell them they have the question about this one. We'll just put it on. Yeah. But I would expect a question. Okay, он говорит, я на самом деле я ожидаю, что у вас будут вопросы по поводу этого. Если у вас есть, то на четвертом мы спросим. Okay. Acts. Деяниям. Acts 1:5. Первая глава, пятый стих. States that spirit baptism. Что духовное крещение. Was. Still in the future, as of Acts chapter 1. Было в будущем с начала пятого стиха. Yeah. Acts 11:15-16. 11 глава Деяниям 15-16 стих. States that spirit baptism. Говорит, что духовное крещение опять. In Acts 2:1-4. What again? In Acts 2:1-4. No. Acts 11:15 to 16 states that spirit baptism began in Acts chapter 2 verses 1 to 4. В 11 главе Деяния 15 говорит, что духовное крещение началось во второй главе Деяния. What verse? Acts 2 1 to 4. С 1 по 4 стих. Okay. Because the church cannot exist apart from spiritual baptism. Потому что церковь не может быть в отдельности от духовного крещения. Не может не существовать церковь и не может и в этот момент жить без крещения Духа Святого. So marking the birth of the church or the community of believers on this particular occasion. И поэтому в этот момент это является началом общество христиан, общество okay. верующих. The sixth thing that we Шестая вещь, что происходит, yeah, is that it opened the gospel to both Jews and proselytes. Proselytes. Proselytes.
proselytes are those Gentiles who were converted to Judaism. Этот день – это момент, когда Евангелие было открыто к евреям и к язычникам, которые приняли иудаизм, то бишь приняли, которые стали евреями, еленами. Okay. Acts chapter 2. Позолиты, получается. Позолиты – это те неевреи, которые приняли иудаизм или приняли израильское, ну, не израильское, еврейское гражданство. Шестое? Да, это шестое, что Евангелие было открыто евреям и позолитам. Okay, in English the word proselyte, I already explained it to them. Yeah, is someone who was converted to Judaism in the sense of the Tanakh. Uh-huh. Yeah, that's what. Yep. So we understand. You find the reference for that is Acts chapter 2 verse 10. И тут вы можете это где вы можете это прочитать? Это во второй главе Деяниям, 10 стих. Okay. The seventh significance is that this means Peter will now use the keys of the kingdom for the first time. Что Петр будет использовать ключи царства в первый раз. Okay. He was given those keys. Ему были даны эти ключи. In Matthew 16. В 16 главе Матфея. Verse 19. В 19 стихе. To open the door. Чтобы открыть двери. Of the kingdom. Царства. To three groups. Трем группам. Jews. Евреям. Samaritans. Самаритянам. And Gentiles. И не евреям. Okay. Here in Acts 2:14, he will open the door to the Jews. To what? He will open the door to the Jews. Acts 2:14. А во второй главе 14 стих Петр откроет дверь евреям. Okay. What was the first Matthew 16:19, right? Matthew 16:19, yes. Матфея 16 глава 19 стих. This is where it tells us that Yeshua gives the keys of the kingdom. Это место писания там где Иешуа дает ключи Петру. Okay. Where am I? Oh yeah, the eighth significance is that Shavuot is an illustration of the future outpouring of the Holy Spirit upon all Israel. Тому излиянию Духа Святого, который будет в будущем на Израиль. As predicted, как было предсказано in Yoel, в Иоиле 2, 28-29. 28 по 29 стих. Okay. Вы записали? And okay. And was declared as such. И которое было установлено. Acts 2. В Деяниях 2 глава. 16-21. По 16 по 21 стих. Okay, as we go down, we'll be coming to that, and I'll be explaining more about it. Когда мы будем идти, я буду это более-менее объяснять, когда мы будем идти вот вниз по этому. Okay, the ninth and last significant thing is. Девятая и самая последняя вещь, которая произошла. Is that at Shavuot, this Shavuot. Во время Шавуота. The worldwide preaching of the gospel now begins in earnest. In earnest. In earnest. In fulfillment. Can I say in fulfillment? No. How would I explain earnest? Earnest. Earnest basically means that it with determination. Okay. Yeah. With zeal. Yeah, with zeal. Okay. Yeah. Во время Шавуота это было началом того, что
Евангелие началось рассказывать, начало выходить с дерзновением. Okay, то бишь, они начали выходить и говорить с дерзновением Евангелия. Okay, your reference for this is Acts chapter 2, verses 9 to 11. И здесь это, вы можете почитать это в Деянии 2 глава. Was it 19? Acts chapter 2, verses 9 through 11. С 9 по 11 стих. 2 глава Деяния, 9 по, 2, по, с 9 по 11 стих. Okay. We move now on to the verses Acts 2, 5 to 13. И сейчас мы будем читать Деяния 5, 2 глава, 5 стих по 12. Where we look at the effects, где мы видим эффект of the coming of the Spirit. Того, как пришел Дух Святой. Okay, what effect did this have? Какой эффект это имело? In verse 5, в пятом стихе, it says, there were staying in Jerusalem religious Jews from every nation under heaven. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, всякий род под небом. Okay, verse 5 is telling us what the situation was at the time when this happened and that the apostles stepped out. Тут в пятом стихе рассказывается ситуация, что происходило во время того, как апостолы вышли на улицу. These were Jews of the diaspora. Эти были евреи диаспоры. Faithful, believing Jews from outside the country. Верные евреи, которые верили. They had probably come for Pesach. Которые вышли из которые приехали из разных стран, которые не входили в Израиль, и которые, наверное, приехали на то время на Песах. But, но, because Shavuot was also a required time for them to come up to Jerusalem to worship. Но из-за того, что Шавуот, то бишь день Пятидесятницы, это день, когда все евреи должны приехать. Yeah, and there were only 50 days. И там всего лишь 50 дней. Between Shavuot and Pesach. От Песаха до Шавуота. It was a custom for many of those believing Jews who came from outside the land to stay in Jerusalem. Это было как нормой для того, чтобы эти евреи оставались, потому что они были издалека, и они оставались от Песаха до Шавуота в Иерусалиме. So at this time we could expect that Jerusalem was still full of Jewish people from the diaspora. И поэтому мы можем считать, что Иерусалим был полностью имел много людей, многих евреев диаспоры. Многие из них были бы евреи по национальности. But as we mentioned earlier, there would have been раньше, some Gentile converts. Но там могли быть люди не евреи, которые поверили и приняли иудаизм. It states that these were devout men. Написано, что No, it's still verse 5. Okay. Написано, что это были люди набожные. Okay, religious Jews, devout men. Верующие, набожные. It indicates something about them. It indicates something about them. Это говорит что-то по поводу них. They were Tanakh type saints. Они были святые Танаха. In the same way that Simeon was. В том же моменте, как Симеон был, который о нем рассказывается от Луки, второй главе, Luke chapter 2, verse 25. 25 стих. We know who Simeon was. Мы все знаем, кто такой был Симеон. Это человек, который привел его родителей в Ишуа родителей. Okay, we can gather this because the same Luke uses the same terminology about Simon as he does about these Jews now. И он использует те же самые. Мы знаем, что Лука. Мы можем сказать об этих людях так, потому что Лука использует ту же самую речь, что использовал по поводу Симеона, когда в тех главах, что и сейчас. Okay, the period of time covered by the Book of Acts is a period of transition from the Tanakh into the new covenant.
Okay, the period of time which is covered. Период времени, который был, который тут вообще происходит, это все. Is this period of transition from the Tanakh into the New Covenant? Это тот время периода, когда мы переходим из Танаха в Новый Завет. So one of the purposes of the Book of Acts. И одной из на самом деле причин существования Книги Деяний. Was to reach this type of Tanakh or saints of the Tanakh with the new message of the gospel. Это чтобы люди верующие в Танахе могли услышать Евангелие. Yeah, this is one of the purposes why Luke wrote. Это одна из причин, почему Лука писал об этом. There were others, but были другие. That was one. Но okay. Есть один. Verses 6-8. В 6 по 8 стих. And verse 6 we read. В 6 стихе. When they heard this sound, a crowd gathered. They were confused because each one heard the believers speaking in their own language. Когда сделался этот шум, собирался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящие его наречием. Ага. The word used here for sound. Слово, которое тут используется для шум. Is the same word as was used in verse 2. Это то же слово, которое мы читаем во втором стихе. Okay. Mm-hmm. Sorry, is not the same. Sorry. не является то же самое слово, которое используется во втором стихе. So it doesn't mean that sound of the wind. Okay. Это не означает, что это был тот же шум ветра. But we can imagine that when all of these 120 believers. Но мы можем понять, что когда эти 120 верующих poured out of the house in which they were living, выходят из этого дома, где они жили, all speaking in different languages, все говорящих на разных языках, it would have created quite a stir. Это могло бы что-то такое возбушевать. And people heard this and gathered them together. И люди слышали и приходили вместе. And therefore provided the audience for Peter's first sermon. И они стали аудиенцией для первого проповеди Петра. We are told something about their state. Нам говорится что-то о They were confused. Они были в смятении. The reason for that was that they were hearing all of these people speaking in different languages which they understood. Причина в том, что они слышали разные звуки, которых они никогда не могут понимать, потому что люди говорили на их же языках. The Greek word that's used here. Греческое слово, которое тут используется, gives us the English word dialect. Дает нам английское слово диалект. But it simply it just means language. Но по-простому это просто язык. As we said earlier, this denotes that they were spoken languages understood by others. И как говорится, что они говорили на других языках, которые одни люди понимали. Okay. Verses 7 and 8. 7 и 8 стих. They were totally amazed. Они все изумлялись. And asked, how is this possible? И говоря между собой, все говорящие, не все ли... Aren't all these speakers? Они между собой говорили, что как вообще такое возможно? Uh-huh. How is this possible? Aren't all these people who are speaking from the Galil? Не все ли эти люди галилеяне? The word that's used here means a wide open amazement. You know. Слово, которое тут используется, означает, что они были очень-очень сильно удивлены. I have a very, very vivid imagination. I can. У меня очень яркое такое воображение. Very easily picture things. Я могу очень легко что-то вот так вот вообразить. I can see all of these 120 people pouring out of this house. Я могу примерно представить, как 120 человек выходят с этого дома. All просто там babbling away in different languages, and then разные и выходят, так знаешь, вываливаются и говорят на разных языках. I could see these people standing there. Я могу видеть, как люди там стоят. What's going on? Что тут происходит? Yeah, this is we. Sometimes we need to use our imagination. Иногда нам надо вот вообразить все. Yeah. Да. Okay. It helps us to get excited about scripture. Нам это как бы поднимает такое вот радость по поводу того, что происходит в Библии.
The Greek word, which is translated in English, marveled. Греческое слово, которое используется тут, что означает? Would emphasize that this amazement would grow and grow. Это означает, что вот это удивление будет расти и расти и расти все больше и больше. Okay. The basis for their amazement. Основа тому, что они были так удивлены. Is seen in their question. Это было в их вопросе. We hear our own language, мы слышим наш язык, but we can hear from the accent, но мы можем слышать от акцента, that all of these people come from Galilee. Что эти все люди приходят с Галилеи. The references for this you can find in Matthew 26:73. Вы можете это прочитать, это Матфея 26 глава, 23 стих. And in Mark 14:17. И Марк 14 глава 17 стих. And Luke 22:59. И Лука. Luke 22:59. Лука 22 глава 59 стих. Apparently the Galilean accent was very distinct. Наверное, галилейский акцент был очень сильно можно было узнать. It was characterized by confusing guttural sounds. Её можно было понять, как люди невнятно начинали говорить с акцентом. If you want to know what that's like, it's если вы хотите знать, как это, it's a little bit like Dutch. Это как датский язык. Хай мет ме мейх. Да, вот так вот они невнятно. You have this sound in the back of the throat. У вас есть звук в дальней части вашего горла. They sort of roll all of their sounds somewhere in the back. Которые как бы обкатывают все звуки. Okay. Apparently the Galileans had the same problem. Наверное, мы можем считать, что примерно у галилейцев была такая же проблема. They were all speaking these languages. И все же они говорили на разных языках. Okay, the origins of this multitude. Откуда приходят это все эти люди? We're told the different regions where they came from. Нам рассказывается, откуда они приходят. Parthians, Medes, Elamites. Парфяне, Медиане, Еламиты, жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокия, и Каппадокии, Pontus, Asia, Понта и Асии, Фригия and all of the others. Фригии и Пармии и все части остальные. Some of these names we recognize. Некоторые мы узнаем. Those from Parthia, Media, and Elamites, and dwellers of Mesopotamia. Парфяне, Медиане и Элимиты. They would have spoken Aramaic. Они бы говорили арамейски. They were descendants of the 10 tribes. Они являются одной из 10 колен. Они являются частью. Goes on to talk about Judea, потом говорится о Иудее, which would include Galilee, чтобы это будет частью Галилеи. The language spoken there would be Hebrew. И то, что они говорили бы, тогда было бы ивритом. The next five names. Следующие пять. Каппадокия, Понтус, Асия, Фригия, Понта, Асия, Фригия и Памфилия. They were Asia Minor, which is present-day Turkey. Это было Евразия, то бишь часть то, что у нас Турция. They would have spoken Greek. Они бы говорили греческий. Next to Egypt, Libya, and Cyrene. Египет, часть Ливии и Киринея. North Africa. Это было бы южная, Северная Африка. They would have also at this time spoken Greek. Они бы на сегодняшний день тоже бы говорили на греческом. There were also some from Rome. Тоже были некоторые из Рима. So Europe was represented. Поэтому Европа была тут присутствовала. And they spoke Latin. И они говорили на латыни. Okay, there were Grecians and Greeks. Были греческие. And then the Arabians. И арабы. And they would have spoken Nabataean at this time. Они бы говорили how do you say? Nabataean. Навотийский язык. Something like that. Что-то в этом роде. Okay, so these groups were Jews and converted Gentiles. И эти люди были евреи и люди и язычники, которые уверовали в иудаизм. It then goes on to say that the content of what they were speaking in these languages. И потом рассказывается о контексте того, что они начали говорить в этих на этих языках. Verse 11. В 11 стихе. We hear them speaking in our language the mighty works of God. Критяне слышим
их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Okay, we'll take a break. Тут мы возьмем перерыв.